Приветствую вас. Для начала хочется сказать, что у вас в тексте есть противоречие. Оно заключается в том, что вы пишете, как вернуть чувства девушки после расставания. Но при этом говорите о том, что у нее чувства к вам не ушли. То есть вы пишете, что у нее чувства сохранились к вам. То есть, получается, возвращать чувства не нужно. Ее чувства не нужно возвращать. Так что ваш вопрос уже поставлен некорректно. Вот. В том смысле, что вам не нужно возвращать чувства. Дальше. Расстались не из-за ушедших чувств, а из-за моего плохого обращения к ней. Слушайте, ну, если есть вот такие прям очень четкие факты, да, почему вы расстались, то мне кажется, вам нужно предоставить девушке доказательство того, что больше такого не повторится. Но это следствие. Это следствие скорее. А для нее, для нее это одно. Но для себя вам нужно разобраться в том, почему вы плохо обращались, как вот вы говорите, с ней, из-за чего вы плохо обращались с ней, и, соответственно, поработать с причиной, чтобы, ну, такого больше не повторилось. То есть, чтобы не повторилось такого, что вы опять вновь начали обращаться к ней плохо. С ней, не к ней, а с ней. А то, сами понимаете, наверное, да? То, что она к вам вернется, допустим. Вот. А вы опять начнете к ней, ну, опять начнете с ней обращаться плохо. И в следующий раз вернуть ее будет чуть-чуть тяжелее. Ого. Значит, ну, это такой аспект. Значит, смотрите. Смотрите. Сейчас, вам необходимо сделать следующее. Установите с девочкой максимально возможные для нее отношения. То есть, какие отношения для нее с вами возможны сейчас. На данный момент. И в процессе этого общения демонстрируйте ей свои перемены. То есть демонстрируйте ей, что вы изменили. Демонстрируйте ей, что вы стали другим. Вот.
Это, пожалуй, единственное, что вы можете сделать по факту. Вот. Если у нее чувства к вам остались, то она обратит внимание на вас. Она обратит внимание на вас, она обратит внимание на то, что вы делаете, увидит, что опасности больше нет для нее. Вот. И, соответственно, это даст ей возможность с вами сблизиться. Вот. Если, повторюсь, у нее такое желание реально присутствует. Вот. Другой вопрос, если у нее уже нет чувств, да, то есть если у нее не осталось чувств, вот, это уже другой вопрос. То есть тут в данном случае ничего не поделать, если у нее не осталось чувств. Вот. И здесь вам придется только принять такое положение вещей. Надеюсь, вы сможете это сделать. Вот. То есть, делаешь что-то, вам необходимо быть готовым к тому, что вместе вы больше не будете, ну, с ней. Вот. Я надеюсь, что данный момент вы для себя примете. А вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!